Так, что теперь у нас получается? У нас теперь получается 31 марта, у нас последнее вот это слушание по DV2020. До этого будут там разные споры между собой. Как видите, там числа там разные есть. 8, 22 и 31 это будет уже последнее слушание. После вот этого, потом уже Мехта, да, сделает свой указ по DV2020. Когда указ будет, неизвестно. Может, в тот же день, может, на завтра, может, через 10 дней, после 31-го, я имею в виду. Но то, что главное, что мы сейчас знаем, это будет последнее слушание, будет 31-го. Пока что время неизвестно. После этого потом просто будем ждать, что будет с этим, с решением. Ана охырги кун, качан охырги суд бөлеше, DV2020 бойынша маалым бөлді. 31 мартта бөледі, фақат суаты маалым емес. Енді үнгече бөледіген, мана бұл амма язма, сауыл жауап бөледі өз ару. Мана азы көре апсыла, 8, яны 22-ші мен, шынақа мартла. Ишіп, охыргіші 31, 31-дан кейін судья өз қарарыны чықарады. Енді бірден чықарады мы, кейін чықарады мы, оны кейін көрамыз. Озырченге, англиклар шу.